Черные геологи из Казахстана тоннами выводят уникальные минералы. Это происходит много лет подряд. И если раньше об этом хотя бы пытались открыто говорить, то сейчас на эти чудовищные преступления просто закрывают глаза. Лишь преданные своему делу профессионалы бьют тревогу. Они открыто заявляют, месторождения не охраняются. А если есть природоохранные зоны, то исключительно на бумаге. В лучшем случае, говорят эксперты, за территорией следит охотник или егерь. Но территория настолько огромная, что усмотреть за всем невозможно. Более того, это далеко от оживленных трасс, поэтому минералы, то есть драгоценные и полудрагоценные камни, можно вывозить тоннами. Почетный разведчик недр академик Владимир Юрьевич говорит, что возможностью разбогатеть на том, что буквально валяется под ногами, первыми воспользовались нечистоплотные люди. В 70-е и 80-е годы шандинское месторождение агатов, вот таких агатов, в районе Каргалинского водохранилища, то же самое, там нашествия были, пригоняли технику, копали, собирали, пудами вывозили, а может быть и тоннами. Эти агаты. Все это, конечно, богатство природной Актюбинской области, и при разумном использовании все это можно было бы так поставить, чтобы и разумно использовать, и иметь доход от этого, и, в общем-то, какой-то профильный бизнес по изготовлению изделий из камня. О краже минералов неохотно говорят и геологи, и правоохранители. Обходятся общими фразами. В таможенном комитете долго тянули с ответом на наш запрос. Потом, правда, ответили, что за последние 3 года попыток вывоза из Казахстана редких минералов зафиксировано не было. В МВД сообщили, что черными геологами занимается управление по борьбе с организованной преступностью. В органы полиции поступает различного рода информация от граждан, о котором стало известно о фактах хищения. Поступает оперативного характера информация, поступают отношения из самих предприятий, где было совершено хищение. К примеру, в Акмолинской области есть предприятие «Алтын-Алмаз». Если там совершается кража, они пишут отношения. Соответственно, эти отношения регистрируются, в дальнейшем возбуждается уголовное дело и принимаются соответствующие меры в рамках законодательства. На самом деле все очень просто. Тема воровства минералов в Казахстане не раскрыта. В органах нет сотрудников, специализирующихся на минералах, поэтому полицейские не до конца понимают, о чем порой идет речь и какую ценность это представляет как для преступников, так и для ученых. Между тем, кандидат геолога минералогических наук Александр Митрофанский говорит, что казахстанская геологоразведка перестала развиваться и растеряла ученых. В советские годы, к примеру, добычей самоцветов занимался «Казкварц-самоцветы», который был ориентирован на производство сырья для военной оптики. Проводились разведывательные работы в районе Маркаколя в рамках совместной казахстанско-китайской экспедиции в начале 90-х годов. Тогда даже были найдены достаточно крупные обломки рубинов ювелирного качества. Но специально в коммерческих целях поисками залежей камней никто не занимался. Вероятно, говорит геолог, вывозили незаконно, а возможно, это никому было просто неинтересно. А вот такого целенаправленного поиска драгоценных камней, в принципе, раньше-то не сильно занимались, а сейчас тем более. То есть какие-то случайные находки, какие-то вот аметисты в Прибалхашье, в Пагдале, еще где-то, ну вот такие-то. То, что было случайно найдено, причем если у геолога задача там на железо, там медь, на золото, на что угодно, то все эти аметисты и прочие топазы, ну, отметил в отчете для красоты, что вот найден там аметист. Ну, взялся на полочку поставить несколько кристаллов, все. А
кварцевым ответом, это, конечно, было зациклено на стратегическом сырье. Это было в Талдыкургане. Я, к сожалению, не попал на момент разграбления. То есть это все было просто брошено, и все. То есть там какие-то камни были. Потом самое бесценное – это отчеты, то есть информация. Да, да, да. Угу. Когда ликвидировали Кентаусскую экспедицию, там, значит, еще много таких вещей, экспедиций, кто-то, кто понимал ценность этого всего, вывозили все эти отчеты из фондов, вот, там в гаражи, в сарае и прочее, потом мыши погрызли труха и прочее, то есть информация, которая сейчас утеряна. Но, тем не менее, камушки из наших степей стали модным трендом для ювелиров стран СНГ. Они приезжают на выставки в Алматы или Астану. К примеру, Марина Овчинникова из Екатеринбурга говорит, что у российских ювелиров есть серьезный интерес к казахстанским минералам. Ими интересуются геологи, обработчики камня, горняки и художники, дизайнеры и, разумеется, ювелиры. В Казахстане очень редкие минералы, красивые, уникальные, а еще обладают особой энергетикой. Ваша бирюза. Это несомненно, она, во-первых, намного красивее даже нашей, то есть ваша именно бирюза. Я знаю, что добывают нефрит. Я знаю, что ваш Алтай, он же рядом с нашим Алтаем, там протекает река Чара. Там добывают очень красивый камень чароид. То есть это и ваше, и наше достояние. А Актюбинская область давно в поле зрения ценителей редких камней, говорит инженер-геолог Владимир Юриш. Кратер Жаманшин в Иргизском районе региона вызывает интерес у эзотериков. Это место даже называют и точкой падения НЛО, и воронкой от кометы, и вратами в астральный мир. Многие хотят купить кулончики с окаменевшей кометой или перстень с метеоритом из казахских степей. Карагандинка Алма Жумагалиева говорит, что в магию казахстанских самоцветов особенно верят иностранные туристы. Камни обладают сильной энергией и служат определенной цели. Для привлечения удачи, любви и даже денег. Очень популярно лечение минералами. Люди верят, что камни – хранители энергии Вселенной. Алма Жумагалиева много лет коллекционирует, кстати, эти камни. Эти минералы, то есть, сами добываем, сами, то есть, находим. И обрабатываем. У нас цех есть, мы обрабатываем и отправляем в металл. Уникальный у нас есть такой минерал. Это называется аширит. Вот наш как клуб называется аширит. Вот такой вот он перстень такой. Видите? Его, то есть раньше, то есть давно, еще при Екатерине, купец Ашир добывал его и продавал как изумруд. Его и называют, то есть казахстанский изумруд. Но это, конечно, к изумруду никакого отношения не имеет, но это вот уникально. Конечно, еще небольшое проявление есть в Африке, но вот в таких именно, как визитная карточка, именно кто вот коллекционеры, они когда вот слышат ашерит, диаптаз, вот диаптаз его называют, именно вот представляют его сразу Казахстан. Это вот, нигде нету. Пока не найдено, но я думаю, и не найдется. Инвесторы с готовностью идут в Казахстан, считает академик Адильхан Байбадша. И условия созданы, и законы работают. И геологическая карта, составленная учеными еще 10 лет назад, свидетельствует о том, что у нас насчитывается более 2000 месторождений. Они открытые, крупные и готовые к разработке. Помимо этого, есть еще 8000 резервных месторождений. Казахстан действительно кладезь для инвесторов, и для иностранных, и для отечественных. Но подход геолого-разведки у них абсолютно разный. Казахстанские предприниматели рассчитывают на сиюминутную выгоду, а в геолого-разведке нужно работать десятилетиями. А хром хромит без металла. Количество ученых за 30 лет в Казахстане выросло незначительно. Сегодня их всего 22 тысячи. Институты, которые занимались исследованиями, находились в последние десятилетия в тяжелейшем состоянии. Об этом с большой трибуны 2 года назад на юбилейной сессии Национальной академии наук сказал президент Токаев. Он поручил правительству начать решение проблем с финансированием науки, и уже первые шаги сделаны. В течение 5 лет на базе университета Сатпаева создать инновационно-научно-исследовательский хаб. Закупили оборудование на 20 миллиардов тенге, будет также построен новый корпус. А наши молодые ученые будут искать новые месторождения. И научная элита геология этим, разумеется, воодушевлена. Что такое научно-исследовательский хаб? Это хаб объединяет научную часть, образование и бизнеса, и зарубежные вузы, и научно-исследовательские лаборатории. Один из аспектов будет хаба геологического кластера.
через государственный инвестпроект. В этом проекте будет строительство нового учебно-научно-исследовательского корпуса, технологического парка, не имеющегося аналогов в Казахстане. В данный момент многие наши исследовательские хабы, то есть научно-исследовательские работы, исследуются за бугром. Это в Китае, это в Америке. Все наши минералы изучаются, все керны изучаются в Китае или в Америке. В рамках программы целевого финансирования даем на следующего года изучение проекта, то есть открытие на следующие 3 года открываться будет новое месторождение, медно-порфированное месторождение. И если, дай бог, все финансирование пройдет, все это сделается, там тогда будет в Казахстане новое месторождение по медно-порфированным. То есть новое месторождение даст рабочие места, новые кадры подготовка. В этом кадрах и том хабе будет подготовка новых направлений. Эксперты предлагают пути решения проблемы незаконного вывоза минералов из Казахстана. Первое – это развитие малого бизнеса, передать месторождение промысловикам, но при условии, что они не станут торговать сырьем, а будут производить сувенирную продукцию из камней яшмы агата. Это практикуется, к примеру, в России. То есть они сами решают проблему с ограблениями. В их интересах охранять то, что приносит доход. От госорганов требуется введение налоговых льгот, выдача кредитов на развитие такого своеобразного бизнеса. Когда туристы приезжают на Актюбинск, они хотят увезти какие-то оригинальные сувениры. То, чего нигде нет. А что мы можем предложить им? Магнитики, вот какой-то хендмейд, который есть абсолютно везде и который не оригинален. И вот, например, сейчас у меня даже есть вот это вот из наших актюбинских минералов. Как вы видите, все очень просто, все сделано. И я думаю, такой сувенир купят с удовольствием. То есть, как вариант, можно предложить нашим промысловикам, нашим мастерам, которые у нас есть, изготовление такой сувенирной продукции из наших минералов. Кроме того, они будут охранять эти карьеры. Нужно наложить запрет на вывоз минералов как сырья, но если они будут брать для собственных нужд и вот делать вот что-то подобное, то это сколько угодно и вот в лимите, который оговорен и который заранее установлен. Как я уже говорил, во-первых, они будут охранять свою территорию, потому что это их хлеб. Приносят, и они будут заинтересованы в том, чтобы там поставить какого-нибудь охранника. Второй путь решения проблемы – это создание геопарков и развитие туристической инфраструктуры. Доходы будут перекрывать расходы на охрану и контроль. Необходимо также установить лимит на вывоз. Правило должно быть едино для всех – и для ученых, и для туристов. Если камень уникален и представляет интерес для науки, то вывоз категорически запрещен. Мы с вами наблюдаем, как на онлайн-торговых площадках в открытом доступе продаются недра, продаются артефакты. Я даже не могу представить, сколько из них вывозится просто за рубеж, и никто никакого учета и контроля за этим не ведет. Сейчас уже усилено наказание за незаконное недропользование, за незаконное ведение геологической, археологической деятельности. Но этого недостаточно, потому что на самом деле у нас очень огромная территория, и собрать такую вот, так сказать, армию наблюдателей, армию людей, которые бы следили за этим, наверное, не очень просто. Есть одно замечательное решение – это создание геопарков. Третий вариант решения предлагает бывший вице-министр сельского хозяйства Арман Евнеев. Сделать сферу недропользования более открытой, закрепить четкое понимание персональной ответственности и абсолютной прозрачности. К примеру, когда получена лицензия недропользователем, кто вошел в состав комиссии по ее выдаче, какие у инвестора обязательства, сроки выполнения. Вот в примере с этими геологоразведкой там, или там, недропользованием, то же самое можно сделать, и тогда и инвестору видно. Если инвестору кто-то вставляет какой-то акимат или министерство вставляет там палки в колеса, то прокуроры, как этого хочет президент, они могли бы видеть и видеть, что красным горит, а почему горит. Вот. И как контролировать? Вот удобно, да? Ну, допустим, выбрали какой-то конкретный объект. Видите, активируется кнопка, и мы буквально там в один клик попадаем на страницу этого конкретного объекта.
Как вы видите, есть конкретные решения проблемы вывоза уникальных минералов из страны. Первое – это создание геопарков, то есть развитие туристической инфраструктуры, что позволит покрывать расходы на охрану и контроль. Эту методику, к слову, применяют в Южной Америке и Китае. Второй вариант – дать карт-бланш казахстанским промысловикам с условием, что они не будут торговать сырьем и самостоятельно решат проблемы с разграблениями. Такая практика успешно зарекомендовала себя в России. И третий вариант – это полный контроль и защита со стороны государства по принципу проектного менеджмента. Проблема еще и в том, что тема добычи и разведки сырья закрытая, непрозрачная, коррупционная и к тому же еще и криминальная. И инвесторы не спешат вкладывать деньги в рисковую разведку. А поэтому нужны точные правила игры, начиная с получения лицензии на право законной работы и заканчивая гарантиями со стороны государства. Но самое главное, говорят эксперты, это сохранить те богатства, которые у нас лежат под ногами. Батагос Омарова, Аблай Жарекин в рамках проекта «Журналистика решений» специально для Ильмедиа.